Самым большим недостатком центров обслуживания населения казахстанцы считают низкий уровень профессионализма сотрудников. Такие результаты выявил опрос мобильного приложения «Лимон-3», в котором приняли участие больше 2500 человек. За то, чтобы повысить профессиональный уровень сотрудников, в ЦУНов проголосовали 39% участников. Но также много оказалось и тех, кто не видит недостатков в их работе. Это треть опрошенных. 18% считают, что механизм работы центров обслуживания населения еще недостаточно отлажен. По мнению остальных, система излишне бюрократизирована. Активнее всего свое мнение высказали жители Алматы, Шымкента и Атырау. Больше половины участников опроса оказались женщины.